Многодетные мамы Якутска провели традиционную встречу, посвященную Всероссийскому Дню Матери. Праздник отмечают в стране в последнее воскресенье ноября. В столице всего порядка 6 тысяч многодетных семей, в том числе с 10 и более детьми. Всех их каждый год накануне праздника собирает и чествует общественная организация «Союз многодетных семей». В этом году праздник посвятили талантам мам и семейным увлечениям. В том числе прошел конкурс ручных изделий, а также участницы во время презентации провели небольшие мастер-классы для всех гостей. На каждый праздник, День матери, разные семьи приходят, разных категорий, и они показывают, чего они достигли за этот год, как дети у них учатся, как здоровье, что они в этом году сделали, какой урожай получили, какие картины нарисовали, какие там, вот, допустим, Галина Константиновна рассказывает, какие рукавицы они умеют шить, да. И всему этому они учат своих детей, своих невесток. И вот так вот каждый год из семьи, из года в год продолжаются традиции чествования матерей-героинь в Республике Саха-Якутия и в России.